Труд облагораживает, а также дает материальные блага. Все чаще новоренгойские подростки предпочитают праздному отдыху работу на благо города и собственного кошелька. Отмечу, число желающих трудиться превышает количество мест в трудовых отрядах. Но это не значит, что для них не найдется дело. Юлия Кролова с подробностями. Пока одни отдыхают, другие трудятся. В последние годы работать у подростков считается модно. О трудоустройстве они позаботились заранее, оставив свою анкету в центре занятости. Школьники и студенческая молодежь красят заборы, убирают мусор и занимаются облагораживанием территорий. Работу для молодежи охотно предоставляют и предприятия города. Список вакансий пополнился. Теперь подростки могут себя попробовать в качестве помощника секретаря, делопроизводителя и автослесаря. В этом году провести время с пользой и заработать на карманные расходы решились более 200 человек. Среди них есть и те, кто работает не первый год. Работаю уже третий год, ну, с 14 лет. И уже остаюсь все здесь. Мне нравится. В стремлении найти работу подростки согласны на любой вариант. При этом погоду у моря ждать не стали. Пришли в Градорику и попросили о трудоустройстве. К нам подошли ребятишки, попросили устроить их на лето, на данный момент на июль месяц, по покраске забора. В данный момент работает 8 человек. Однако не все выдерживают первые трудности. Узнав о том, какая работа им предстоит, отказываются от предоставленных мест. Есть, конечно, случаи такие, что, например, кто-то из подростков несовершеннолетних, взяв направление там, по уборке территории там, или дворника, впоследствии знакомившись с объемом работы и условиями, некоторые дети как бы отказываются. Но таких случаев очень мало, они единичны. Впрочем, есть и те, кто думает о своем будущем. Константин Большаков учится только в 8 классе, однако уже сегодня откладывает деньги. Его цель – получить высшее образование. С хорошей профессией и для него откроются все двери. Как сказал один великий человек, труд делает из обезьяны человека, и теперь я это понимаю. Зачем я работаю? Я хочу отложить себе на учебу в университете. Летняя работа для подростков не только заработок, но и способ самоутвердиться. Временная профессия дает возможность почувствовать себя взрослым и независимым. Юлия Кролова, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».